Ваши рюкзаки соскучились по походам? Собирайте их. Лагерь «Сатурн» приглашает вас с 27 октября по 1 ноября на осеннюю смену «Осенний калейдоскоп». Вас ждет здание бывшей мельницы «Пансион Ле Мулен де Хосбе» в провинции Льеж. Кроме мастер-классов по русскому, французскому и нидерландскому языкам, в этой смене будет преподаваться актерское мастерство. Еще одно новшество. Учитывая благоприятную географию окрестных мест, ребята изучат основы туризма и примут участие в большой туристической игре. Если за окном будет моросить дождь, в лагере все есть для занятий спортом. Стол для пинг-понга и бильярд. Вас ждет поездка в парк аттракционов «Валиби». В рамках программы «Открываем для себя Бельгию» ребята совершат экскурсию по историческим местам Валуны. Итак, лагерь «Сатурн» приглашает провести незабываемые осенние каникулы всех, кому от 6 до 18 лет. Золотая осень послушает идеальные декорации в теплых красно-желтых тонах для отдыха детей, игр на свежем воздухе в кругу друзей, получение навыков самостоятельной жизни вдали от родителей в комфортных условиях.